Have you ever felt? Are you listening? Как у нас сегодня бюджетный макияж, я сегодня использую этот тон от компании Vivienne Sabo, это BB крем в оттенке 01, это самый светлый, но мне нравится тем, что он сильно подстраивается под цвет лица, действительно очень хорошо, стоит недорого и очень часто девчонкам рекомендую. Меня спрашивают очень часто, какой бы крем, особенно BB крем, я бы могла порекомендовать именно из бюджетных средств. Я вот очень-очень рекомендую вот этот, и еще хороший фаберликовский есть тоже, очень даже дешевый, очень даже хороший. Далее я буду использовать контурирующие средства. У меня это Stellary компания. Это новинка, новая коллекция, скульптор для лица. Мне очень понравилось то, что я пока еще делала только свотчи с ним. Мне очень понравилось то, что бронзер абсолютно не рыжит. В нем нет ни грамма рыжего оттенка. Кисть, ну вот у меня это Зоева. Про кисти Зоева у меня на канале видео есть. Набираем. Я, естественно, всегда вот делаю вот так вот, чтобы не было лишнего. И начинаю скульптурировать лицо. Получается абсолютно естественная тень. За это я очень люблю бронзеры, скульпторы именно не рыжих оттенков. Даже иногда подходят слегка красноватые, слегка розоватые, но только не рыжие. Никогда не пользуйтесь рыжими, это выглядит, ну, не очень естественно. Сегодня первый раз пробую эту коллекцию, поэтому сейчас вот с первого взгляда, с первого раза могу сказать, что достаточно хорошо растушевывается, действительно, не ложится пятнами и вполне себе легко с ним работать. Мягко пигментирован, именно поэтому вы не переборщите, если вы новичок, то вы, конечно, с ним не переборщите. Следующее, что я буду использовать из этой же палетки, это хайлайтер. Мне нравится тем, что именно в этой палетке он, в нем нету этих блесток, в нем нету этого неприятного шиммера, и, ну вот даже здесь вот можно заметить, действительно такое свечение. Просто дает такое мягкое, свежее сияние. Немного нос. Ну и, конечно, самое любимое – это скулы. От себя я могу сказать по поводу тона, лучше, конечно, выбирать немного светлее, нежели если вы, например, подберете себе тон чуть-чуть темнее. Все-таки я за более светлый оттенок, потому что светлый гораздо проще потом оттенить бронзером или скульптором, и таким образом у вас не будет вот этой разницы. Но если вы сделаете свое лицо темнее, то вот поверьте мне, конечно же, первым же делом в глаза бросится серьезно. Это очень видно, это очень, ну, некрасиво это смотрится, поэтому поаккуратнее. Лучше выбирать чуть-чуть светлее, чем чуть-чуть темнее. Следующее, что я буду делать, конечно же, брови. Брови это вообще в последнее время мое любимое. Я очень люблю косметику для бровей, я очень люблю пробовать разные для бровей, разные тени для бровей, которые разные компании придумывают специально для нас, для любителей бровей. Я сейчас брови отрастила, я этим очень горжусь, у меня всю жизнь были очень тонкие брови, сейчас у меня даже левая, у меня вот правая всегда была вроде нормальная, а левая не росла вообще. Буквально недавно я заметила, что все-таки она сравнялась с правой. Вот сегодня буду использовать тоже из новой коллекции Vivienne Sabo вот такая вот палеточка именно для бровей в оттенке 01. Здесь есть кисточка. Вот такие вот тени здесь потемнее, посветлее. Я набираю сначала такие посветлее, начинаю выводить себе бровь. Слегка оливковый подтон такой у светлого. Попробую добавить темненький вниз брови. Да, конечно, именно
моему цвету волос, конечно, больше подходит именно темный оттенок без оливкового подтона, поэтому в большей степени я буду использовать именно его. Довольно мягко пигментированные тени именно для бровей, поэтому я все-таки считаю, что к ним нужно привыкнуть, иметь определенный навык. Подобрала именно тон своих волос. Отсюда может показаться, что брови слишком темные, на самом деле нет, совсем не темные, прям четко под оттенок моих волос. И следующее, что я делаю, конечно же, мое любимое занятие, это я буду фиксировать эти брови с помощью такого вот карандашка, арт-визаж, не карандашка, а это гель для бровей, он у меня, видите, уже такой темный, по идее, был вообще прозрачным. Очень его люблю, хороший... Следующее, что мы будем использовать дальше, конечно же, это тени. Я всегда использую их с базой. У меня всего две базы сейчас на данный момент, которые меня устраивают просто супер-пуперски, которые держат тени просто, ну вот как прибитые. Это база от компании Zoeva и база от компании Lumine тоже у меня лежит. Это две базы, которые, на мой взгляд, у меня есть Urban Decay, она мне не очень нравится тем, что ее очень видно в плане того, что если где-то что-то мазнешь, ее хрен сотрешь потом, как клей, вот реально. Как клей. Именно до нанесения самих теней она мне именно в работе не нравится. Сегодня я буду использовать вот такую вот палетку, это новинка от компании Stellary. Это тоже бюджетная косметика, которая представлена в магазинах Magnit Cosmetics, я уже говорила про эту компанию. Они выпустили новую осеннюю коллекцию, у них есть вот такие матовые оттенки, на которых я буду именно сегодня работать, и есть сатиновые оттенки, которые тоже у меня есть. Я ими сейчас буду пользоваться первый раз, но просто на первый взгляд очень даже хорошо пигментированы. Я, к сожалению, не знаю, как они будут переноситься именно на глаза, но сейчас мы с вами и посмотрим, протестируем, и я вам сразу все скажу. В наборе вот такая вот кисточка, конечно, ей пользоваться не буду, но если вдруг куда-нибудь поеду, да нет, все равно возьму свои кисти. Слегка шиммерный вот этот вот оттенок, но не сильно. Ну, то есть он не матовый, он не матовый. То есть один все-таки здесь для того, чтобы нанести, например, в уголок глаза или под бровь, здесь все-таки такой оттенок есть. С самого светлого и начнем. Набираем самый светлый оттенок и наносим на... подвижное веко, я бы сказала, конечно, не на всё, а лучше на внутренний уголок глаза. Да, они осыпаются, но, честно говоря, Naked 3 у меня тоже осыпается. И как бы такие, это абсолютно не показатель. Самое главное, опять же, научиться с ними работать. Осыпаются, ну, берите их поаккуратнее, накладывайте их поаккуратнее. Не нужно прям совсем, не знаю, как веником мести правильно, это же все-таки глаза. Нужно все аккуратненько, вбивающими движениями, а так вполне себе пигментация хорошая. Светлые тени светлыми выглядят на глазах. В серединку века я бы хотела добавить вот такого вот, слегка такого персикового оттенка, супер натурального. Мне очень понравилось и тем, что он действительно выглядит очень-очень натурально. Ну а складку века мы будем наносить еще более темный оттенок. Я пока ничего не растушевываю, просто наношу. Можно было бы еще и этот оттенок, как бы вместо белого, нести на все подвижное веко, но почему-то решила сегодня со светленьким. Ну и давайте берем уже кисть. Сегодня это необычный мой выбор. Обычно кисть я беру либо вот такую вот от Zoeva, такую как акварельную, либо уже от Zoeva такую кисть-карандашную. Сегодня я возьму, мне в последнее время почему-то очень стало нравиться, вот такая вот кисточка от Real Techniques. Она как бы такая полусплющенная такая, она не совсем, она не бочонком. И у нее очень такой заостренный кончик, очень мне нравится. И берем вот такой вот слегка потемнее и уже начинаем затемнять именно складку века. Понравилось это цвет тем, что, ну, конечно, не забывайте стряхивать для того, чтобы как раз-таки не пылил. Мне очень нравится этот оттенок тем, что действительно создает очень натуральную тень. Не надо ни в коем случае давить на кисть. Для того, чтобы не давить на кисть, вы просто берите ее где-нибудь вот ближе к кончику. Тогда у вас давления не будет, и у вас действительно будет прям такая тенюшечка такая получаться очень даже натуральная, естественно. We'll be right back.
хорошо накладываются. То есть, набивая этот цвет, вы действительно получаете цвет слегка более ярким или слегка более темным. Даже вот эти вот тени, видите, получились на самом деле такие более темные, наверное, даже чем выглядит здесь. Я пока еще даже темный не брала, но его я тоже сегодня возьму. И по верху беру уже растушевочную кисточку и аккуратненько по верху. Ни в коем случае не нужно трогать вот то, что у вас там самое темное, иначе у вас просто получится грязюка. Вот. И прям по верху, по низу, вот так вот, ну, в общем-то, по периметру того, что мы сейчас нарисовали, аккуратненько растушевываем. Следующее, что я делаю, это беру уже вот такую вот кисточку. У меня это Лорени. Она очень тонкая, она просто мега-супер тонкая. Но она слишком длинная для бровей, я ее использовать не могу, она мне неудобна. Но я приспособила ее для другого. Я беру точь-точь такой же оттенок, который у нас сейчас был. И делаю глаза еще слегка чуть-чуть побольше, нанося ее как стрелку в нижнее веко. Просто ставлю, за счет того, что она такая длинная, она рисует прекрасную стрелку. Потом беру растушевочную кисть и ее слегка растушевываю. Получается еле-еле видная здесь полосочка. А теперь уже, да, теперь уже я беру такую кисть-карандашик, мою любимую, это компания Зоева. Вообще фирму Зоева я очень люблю, у них очень качественные кисти, действительно хорошие. Набираю уже такой, уже темный такой цвет и аккуратненько, потому что действительно такой темный цвет здесь очень даже такой пигментированный, слегка я ее вот так вот обиваю об руку и начинаю не вниз вести, как бы, да, а выводить слегка такую как бы стрелочку, но не совсем стрелочку. Потом берем растушевочную кисточку и начинаем все это по периметру растушевывать. Получился такой некий смоки. Ну и следующее, что мы берем, это подводку для глаз. У меня компания Vivienne Sabot. Очень даже хорошая, мне нравится ее кисточка тем, что она довольно длинная и она очень-очень плотная. То есть это вроде как кисть, но в то же время вы рисуете немного даже как вот фломастером, потому что она очень такая плотненькая, такая хорошо набитая, очень даже такая упругая. Со стрелками, конечно же, уже любой макияж преображается, становится слегка более аккуратным, более таким визуально эстетичным, наверное, мне так кажется. Ну и следующее, естественно, я буду использовать тушь для ресниц первый раз в жизни. Первый раз в жизни я буду использовать обычную классическую тушь Кабаре от компании Vivienne Sabot. Я уже всем сказала, что золотая Кабаре мне нравится очень сильно, я ее просто обожаю. И она у меня реально фаворит, это просто фаворит фаворитов. Тушь, которая затмила даже мою любимую Max Factor 2000 калорий, в общем, просто я ей вообще сейчас не пользуюсь, лежит уже несколько месяцев. Конечно, да, это Vivienne Sabot Кабаре золотая, вот эту пользую сейчас первый раз вообще при вас. А вот это считается, она вообще прям классика. Я пользовалась только золотой, девчонки пишут, что она очень быстро сохнет. Вот эту не пробовала, знаю точно по золотой, вообще не сохнет. Много-много месяцев я ей уже пользуюсь, она вообще нескончаемая, золотая вот эта вот упаковка у меня. И она абсолютно не сохнет, и она мне до сих пор красит один и тот же тюбик. Ресницы реально удлиняет, реально распушает, реально делает объем. Я обожаю силиконовые такие щеточки. Действительно, макияж получился очень даже осенним. Ну, конечно, здесь еще какую-нибудь такую прическу, если сделать. Вот. А так можно сделать что-нибудь такое рок. Если рок, то у меня сейчас есть для вас три помады, которые я хотела бы сейчас вам показать.
Во-первых, это нереальная помада Stellary, которая у меня уже есть в двух оттенках. Вот такую вот третью, а пенный цвет. Он не красный, он не бордовый, он не алый. И даже моему мужу она очень понравилась. Хотя ему очень не нравятся темные или слишком яркие оттенки на моих губах. Она красная, но она не кричащая, не заявляющая каких-то вампирских наклонностях у ее обладательницы. Красная, но она сдержанная. Она очень спокойная, не обязывающая. Очень нравится по своим качествам, по своим характеристикам. Ее, конечно, нужно держать чуть дольше, чем обычные помады, для того, чтобы она реально высохла. Либо просто промокнуть реально салфеткой. Пигмент очень долго держится, нигде не остается. И да, вот этот вот в оттенке 0,6. До конца пигмент сейчас не убираю, но ничего страшного. Следующая помада тоже от Vivien Sabot. Это совсем алый-алый красный. Прям как красная роза. Оттенка еще пока нет. Это абсолютно новая коллекция. И это номер 715. Прям вот буквально на днях появится на полках магазинов. Вот такой супер-супер яркий, супер такой плотный красный цвет. Я бы даже сказала, знаете, он такой как бы неоновый, что ли. Первое, что бросилось, конечно же, мне в нос, это ее аромат. Аромат просто потрясный, какими-то ягодами, десертами. Уже очень и очень даже обязывающе. В обычное место не пойдешь, потому что она уже слишком яркая. В то же время, конечно, да, если у вас юбка-карандаш, какая-нибудь блузка, то, да, конечно, вот особенно с такой вот прической, что-то такое высокое, что-то такое пучок или конский хвост, самый обычный, такая Мерлин Монро, прям вот цвет Мерлин Монро. И обязательно такие помады я всегда, абсолютно всегда салфеткой дам ей усесться на моих губах. Вот так вот поцеловала тряпочку, и вот теперь мне спокойно можно куда-то идти. Ее нужно слегка примять к губам, и тогда она будет действительно долго держаться. Ну и последняя, третья помада, которую я вам хотела бы сегодня показать, это вот такая супер-супер темная в оттенке 720 от компании Vivien Sabot. Недавно буквально выкладывала фото в Инстаграм, всем дико понравилось, и мне тоже. Это действительно супер-вампирская помада, которую можно использовать вот реально на Хэллоуин, либо с просто стрелками, без сильного макияжа глаз, либо с таким макияжем глаз еще и с этой помадой, потому что действительно выглядит очень так зловеще, и она действительно очень темная. Я так рада, что она у меня появилась, потому что я очень и очень давно хотела именно такой фиолетово-винно-бордово-красный оттенок помады, такой сливовый, такой насыщенный и очень красивый, очень темный. Не просто там где-то там сливка такая пробежала где-то рядом, а реально такой насыщенный и темный оттенок сливы. Конечно же, для пущей уверенности я бы все-таки такую помаду носила именно с карандашом, и, конечно же, салфеткой бы тоже ее чуть-чуть к губам примяла. Но я думаю, что здесь уже все сказано, и я думаю, что эта помада, естественно, конечно же, не на каждый день, но если у вас есть повод, куда ее можно одеть, то я думаю, что это будет просто вот так вот просто в тему. Это действительно может быть очень модно, очень стильно. Ну вот, сейчас эта помада немножко потеряла свой глянец, потому что я только что обмакнула, промокнула ее салфеткой. Пойдет как и с длинными распущенными волосами просто, либо действительно какая-то такая уже такая прическа вот. Такая вот, да, ну, красиво. И она не желтит зубы абсолютно. Она действительно очень красиво смотрится, очень необычно. Я думаю, что особенно на каком-нибудь празднике, на каком-нибудь таком взрослом празднике, я бы сказала, вы действительно будете выглядеть очень даже солидно. Это было все на сегодня. Я очень рада, что я вам сегодня сняла вот такой вот мини-смоки, наверное. Это не совсем смоки, это просто скорее такой больше вечерний макияж. Наверное, все-таки можно его использовать на каждый день, потому что если не использовать самый темный оттенок коричневого, то вполне себе этот макияж пойдет именно на день. Если добавить слегка вот этой коричневизны, которая у меня сегодня есть, и заметьте, это абсолютно бюджетная марка, в дешевой косметике и в дорогой косметике есть и плюсы, и минусы. И я бы не сказала, что вся дорогущая косметика прям супер-пупер классная, и однозначно только ее нужно использовать. Ни в коем случае, потому что в бюджетной косметике есть очень много своих нюансов и очень много своих плюсиков, поэтому пробуйте, пользуйте, и я очень рада вам помочь. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы, конечно же, задавайте мне их внизу под видео и подписывайтесь на меня в Инстаграм, мою группу ВКонтакте, на Ask.fm, задавайте мне вопросы. А на сегодня все. Я всех целую, всем прекрасного настроения, всем пока!